Разбитые стекла, сломанные предметы быта и обшивка здания. В 5:00 утра в воскресенье жители 44-го дома в микрорайоне Крутые Ключи проснулись от громкого звука. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа. Соседи быстро пришли в себя и помогли друг другу эвакуироваться. У нас наша входная дверь лежит, еще двери с пролетов, ну то есть подъездные двери стоят. Ну вышли, сначала паниковали, у нас бабушка живет по соседству, помогали ей выбраться. То есть, ну, все соседи скооперировались, вышли. В результате происшествия никто не погиб. Пострадали две женщины, 55 и 34 лет. Они доставлены в больницу Семашко с разными травмами. По данным Министерства здравоохранения, сейчас они находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. К серьезным повреждениям здания предполагаемый взрыв также не привел. Угрозы обрушения здания нет, несущие конструкции не повреждены. В результате предполагаемого взрыва пострадали только межкомнатные и межквартирные перегородки, дверь подъезда, а также припаркованные рядом автомобили. У многих оказались выбиты стекла. Для жителей дома городские власти организовали пункт временного размещения в школе-интернате номер 1. Но все они отказались от временного переезда и в палатке у подъезда ждали, когда специалисты осмотрят здание и разрешат вернуться домой. В городской администрации уже заявили, что разрабатывают план по восстановлению дома. Правоохранительным органам еще предстоит выяснить причины происшествия. Прокуратура ведет проверку по факту случившегося. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.